вами канал Кирилл Пес. И сегодня я снимаю Mail Time номер 5. И сегодня мне пришла моя первая посылка от Анастасии Смирновой. И давайте же ее откроем. Я вынула пакетик, который был внутри коробки, и давайте же его откроем. И вот все, что было в посылке. Настя, спасибо тебе огромное за то, что отправила мне посылку. И давайте все рассмотрим. Настя прислала мне конфеты, Пэта, дощечку с рисунком моего символа канала и, кажется, это письмо. По традиции мы начнем с письма. И вот само письмо. И сейчас я его прочитаю. Привет, няшка, лови мое рукожопство. Это я про рисунок. Да нет, рисунок вышел очень милым, мне очень нравится. У тебя очень классные видео, точно знаю, ты наберешь 30 тысяч подписчиков. Желаю тебе здоровья, счастья и океан печенья. Спасибо огромное за пожелание. Надеюсь, я не достала тебя сообщениями в ВК. На этом все, поки. Также Настя прислала мне вот такого пэта. Мне еще никогда не присылали пэтов. Спасибо тебе большое. Она очень милая, и я уверена, что она еще не раз поучаствует в моих видео. И последнее, что мне прислали, это вот такая вот дощечка. И сзади написано Кирилл Пес и от Насти Пес ТВ. И еще раз спасибо тебе за то, что отправил мне посылку. Мне было очень приятно получить от тебя такие подарочки. Ну и думаю, на этом все. И да, если вы хотите отправить мне письмо или посылку, то мой адрес вы можете узнать в одной из соцсетей, указанных в описании, или написав мне в WhatsApp. И на этом было все. Всем пока-пока!